Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Мелани Свон «Блокчейн. План новой экономики». Жмем на кнопку «Подписаться» и сразу к 10 основным фактам. Дисклеймер. Мы не оцениваем качество идей и смысла в книгах, мы просто делаем обзоры. Факт номер один. Наука на блокчейне. Ученые смогут совместно работать над огромными массивами данных, при этом каждый будет отвечать за свой участок задачи, не вмешиваясь в работу других исследователей. Уже сейчас существуют блокчейн-сети, в которых вознаграждение ученым выплачивается в виде токенов внутренней криптовалюты. Умные контракты в обучении. Создание сети децентрализованных умных контрактов позволит быстро обучить развивающиеся рынки. Цепция схожа со всеми системами платежей, только ученики получают выплаты, когда успешно сдают экзамены или осваивают определенную тему. Публикации в СМИ. Также используются определенные токены, за которые можно заказывать или размещать публикации в своих средствах массовой информации. Базовые понятия. Блокчейн идеально подходит для защиты индивидуальной собственности, реализации цифрового правительства, осуществления бюджетных платежей, хранения юридически значимой информации. Эти данные будут надежно защищены. Пятый факт. Частные валюты сообществ. Многообразие альткоинов наглядно демонстрирует распределенность блокчейна в проектах. Каждый стартап может создавать внутренний токен для реализации своих функций. Шестой факт. Безграничные возможности собственного капитала. Технологии блокчейн не только защищают сбережения, но позволяют создавать сложные сценарии по использованию и распределению активов. Искусственный интеллект. Одной из проблем при создании ИИ была защита ядра от посторонних вмешательств. К тому же, такой программно-технический комплекс требовал бы подключения огромного массива данных. Вероятно, будущее искусственного интеллекта теперь находится в плоскости блокчейна. Восьмой факт. Использование модели консенсуса. Так называемая жидкая демократия, когда участники могут голосовать токенами за определенные решения, имеет обширные перспективы. Это могут быть решения корпоративных вопросов, государственные дела, решения социальных проблем или инвестиционные программы. Создание цепочек для подтверждения личности. Блокчейн поддерживает создание локализированных цепочек, что делает сеть, по сути, безграничной. Для устойчивости всей сети нужно лишь, чтобы определенное значение сохранялось в нужной последовательности. Заключительный факт. Реализация системы залогов. Смарт-контракты могут выступать в роли гаранта выполнения определенного условия. Механизмы консенсуса позволяют получать доступ к децентрализованным финансам с проверкой как кредитодателя, так и кредитополучателя. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книги вместе с «Читай быстро».